Наравне с шатром Рамадана традиционной стала акция фонда «Инсан» по раздаче воды с финиками водителям, не успевающим вовремя попасть домой на разговение. В этот раз в качестве раздающих волонтеров выступили спортсмены из клуба «Universal Fighters». Около 50 человек, среди которых и именитые чемпионы, на оживленных перекрестках города раздавали прохожим финики и воду, чтобы они могли вовремя отпустить пост. Многие отвечали словами благодарности, а для самих спортсменов, как они отмечают, было важно видеть радость на лицах людей от оказанной им помощи. Для них участие в подобной акции – это еще одна возможность сделать благой поступок в этот священный месяц. Такая честь нам выпала. Для нас это очень большая честь, конечно. И мы сегодня спортсмены собрались, и будем раздавать, заработаем себе какой-то кири на тот свет. Честно говоря, очень давно хотели мы вместе совместно с нашим клубом Universal Fighters Abakaur Team собраться, вот так вот принять участие в этих акциях Инсана и да, раздать прохожим воду и финики. И вот сегодня вот такое возможность у нас есть, и мы благодарны, потому что нас пригласили, и всегда будем рады вообще участвовать в таких акциях и помогать фонду Инсан. Стоит отметить, что для организации данной акции расходуются 1000 бутылок воды и 3 ящика фиников. Стать ее участником в качестве волонтера или помочь материально может любой желающий. Для этого нужно обратиться в фонд «Инсан». Я думаю, другим спортсменам тоже, и не только спортсменам, другим, кто смотрит, хотел бы сказать, чтобы тоже какое-то участие, какой-то вклад внесли. Рамадан месяц не упустили такую возможность и не остались на стороне. Если нашим примером последуют другие спортивные клубы, это тоже будет очень хорошо. Все начнут приходить и помогать, организовывать вот такие акции. И я призываю все спортивные, у нас очень много спортивных и именитых клубов, и я думаю, они тоже присоединятся.